Приветствую вас, дорогие друзья. Упс, не та кнопка. Приветствую вас, дорогие друзья. С вами Лурливур и добро пожаловать на рубрику «Полезные моды Space Engineers». Сегодня нас ожидает легендарный мод, который уже все успели опробовать, кроме Лурливура, который считал, что ванила это круто. Но все должно меняться. Нельзя же ведь оставлять все неизменным. И, конечно же, мы сейчас обязательно пройдемся по этому известному моду. Но прежде всего, дорогие друзья, прежде чем мы начнем, я хотел бы от всей души поблагодарить одного вот такого вот инженера, который очень мне помог с предыдущими выпусками. Это инженер под ником Ларгус. Думаю, некоторые из вас знают этого чудесного человека, который мало того, помог мне с материалами, так он еще и построил знаменитый Беллерофонт. Да, Беллерофонт не строил я, его строил Ларгус, и большое-большое-большое ему за это жирный-жирный такой вот лайк. Действительно, на самом деле мне очень-очень приятно, что мне помогают. Есть люди, которые помогают мне в съемках сериала, ну, не конкретно в самих съемках, они предоставляют материалы и также предоставляют материалы для обзоров, для того, чтобы выходили интересные ролики. Я надеюсь, что как бы слава и внимание этих людей стороной не обойдет, не обойдут, то есть я этого не позволю. И материалы будут становиться все более качественнее и качественнее, точнее контент. Ну что ж, много я говорю, давайте перейдем непосредственно к самому моду. Нас, конечно же, ожидает такой мод, как Battle Cannons and Turrets. То есть вот такой вот шикардосный мод, который мы сейчас будем обозревать, который уже стал такой классикой. Такой классикой, что я боюсь, что если, возможно, его внесут в ванилу, то есть добавят, да, некоторые пушки из этого мода. А почему нет? То есть тут и дизайн вам все подходит вот во всех аспектах. И как бы, наверное, баланс тоже какой-никакой есть. Да-да-да, то, что там вы видите, к этому мы чуть позже вернемся, потому что это прям страшная тема. Ну, а сейчас конкретно мы подойдем к постепенному изучению всех блоков, которые есть в данном моде. И большинство из вас с ними уже знакомы до оскомины зубов, особенно те, кто играют с модами, а с модами играют подавляющее большинство. Но, тем не менее, хотелось бы вернуться к некоему обзору. Данный мод, который я установил, он называется просто Battle Cannons and Turrets. Автором является доктор Нигл. Я не знаю, он ли изобретатель конкретно данного мода изначального или нет, потому что версий на самом деле в воркшопе много. Есть Battle Cannons and Turrets DirectX 11, прошу прощения, есть там пофикшенная версия, есть такая-то, такая-то, такая-то. Ну, короче, версий огромное множество. Я взял самую простую, которая использовалась на моем Беллерофонте. Ну что ж, давайте попробуем посмотреть, что у нас есть вообще в наличии. Итак, переходим во вкладку Rider Cannon. И что мы видим? То есть мы видим огромное количество пушек, достаточно большое. Некоторые из них только для малой сетки, вот эти вот синенькие. Желтенькие, я так понимаю, они желтенькие и одна зелененькая, она для малой и большой сетки. А вот остальные большие-большие вот эти пушечки, они, я так думаю, что они не для малой сетки. И мы подробно рассмотрим, мы сейчас подробно рассмотрим урон каждой из этих пушек. И на самом деле это у нас даже займет время, потому что я очень давно хотел понять, какие показатели у каких пушек, что стоит ставить на свои корабли, что правильно, а что неправильно. Так как грамотно построенный корабль, и это значит баланс в некой вселенной, и помогает избежать некой кустарности. Кустарность — это плохо, ребят. Кустарность — это скотчем заклеенная труба, вместо того, чтобы ее по-человечески сварить, блин. Вот что такое кустарность. И для того, чтобы этого избежать, мы будем все проверять на, как бы, на данном полигоне, так сказать. И ну что мы первым делом сделаем? Мы, конечно же, первым делом откроем наш списочек. Наш списочек состоит из... А так, нам нужен вот такой вот. Нет, не то. Да, нам нужен вот такой вот списочек. Тут первым делом у нас идет что-то какая-то тут мешанина. Первым делом тут мы рассмотрим такое оружие, как ракетницу, которая идет там в списке.
и поймем, какова она на самом деле. Так, что-то сегодня у меня с кнопками прям безумие какое-то. Так, первый у нас Missile Sentry. То есть такая ракетница двойная. И в ней, казалось бы, ничего особенного. То есть на самом деле и реально ничего особенного. Его мы испытаем прямо вот с этого маленького дрына летающего. Ну, точнее, не дрына, а маленького кораблика. Вот. И попытаемся прям открыть огонь. И мы его сравним с этим, как его, с ванильной ракетницей, да. А в принципе, можно сказать, что данный мод, насколько я помню, он появился до того, как ввели ванильную ракетницу, которая подозрительно напоминает, а может быть, кстати говоря, данную ракетницу и ввели на основе этого мода, кто знает, потому что они практически одинаково выглядят. Только разница в том, что у этого там в прицеле горит лампочка, а у этого нет. А по форме, блин, они очень-очень похожи. Есть, конечно, разница, но, блин, схожести прям много. Поэтому не удивлюсь, если это действительно так. Так что давайте протестируем их. Так, переходим к Missile Sentry. Переходим на управление. Можем прям здесь, но лучше давайте здесь. Здесь у нас прям очень хорошие условия. Так, производим выстрел. У нас получается 19, то есть он снес нам аж 100 единиц. Насколько я понимаю, да, 100 единиц. Так, это получается 19 тысяч. Нет, он снес нам 1000. Я ошибся, прошу прощения. Он снес нам 1000 единиц щита по площади урона. Сейчас данный щит восстановится, а тем временем мы попробуем пострелять из обычной нашей ракетной турели, нашей ванильной, так сказать, ракетницы. Посмотрим, что же круче у нас тут, да? Как бы так установилось? Да, установилось. Итак, я произвожу выстрел. Да, давайте прям сюда, чтобы видеть показатели. Практически так же, дорогие друзья, практически одинаковый урон, может где-то там на соточку больше, на соточку меньше, но это погрешности, то есть... погрешности, потому что поверхности, по которым я стрелял, немножко разные, под разными углами. Короче, я прихожу к выводу, что эти ракетницы, то есть Missile Sentry, одинаковые с нашими этими, то есть с ванильными, поэтому в них ничего интересного особого нет. Разница лишь в том, что у них площадь, как вы видите, да, площадь того, как их расположить, довольно маленькая. И в них должна быть конвейерная система, кстати говоря, я на это не обратил внимания. Давайте мы приблизим данные это к себе. Что-то я как-то не вижу тут. Наверное, тут не существует конвейерной системы, это реально странно. Я не знаю, чем я буду заправлять данную пушку, но как бы отсюда заправить ее тоже не выходит. Реально, это очень странно. Очень странно. Короче, я не знаю, пишите об этом в комментариях, каким образом они заправляются, потому что я в недоумении. Далее у нас идет такая маленькая пушка Sentry Gun SP56mm, то есть миллиметров, да, это, думаю, 56-миллиметровая пушка. И какой она урон наносит, я не знаю, но я сейчас это проверю, конечно. Здесь я поставлю ванильную пушечку. Так, ванильная. Надо ее найти. Вот, внутренняя турель, так называется. Так, ставим ее прямо здесь. Да, вот, наверное, так. Да. И таким образом мы будем смотреть, сколько... Мы помним, что она на самом деле... не очень-то много и сносит. Так, мы сейчас сядем в кокпит, войдем в управление, найдем здесь нужный этот, так, вулканы, бофосы, адены, так, сайт канон, это не то, вот, нашли, значит, переходим в управление, вот наша пушечка. И смотрим, то есть сколько она отнимает. Так, она отнимает где-то 30,
Где-то вот так вот. Да, он отнимает где-то 30. Ну, урон небольшой. Из него мы можем вести такой огонь. Вот. Так что, в принципе, она может наносить, дамажить, так кусать неплохо. И мы посмотрим на внутреннюю турель. Мы, кстати, увидели скорострельность данного орудия. Пускает этот щит восстановиться. Сейчас он восстановится, и я вернусь. Итак, щиты восстановились. Возвращаюсь к внутренней турели. Она наносит совершенно идентичный, как бы, урон. 40-30. Только по скорострельности она уступает. Так что, окей, в данном батле выиграл вот эта пушка. И все-таки я подозреваю, что они все-таки крепятся к малой конвейерной сетке, потому что они откуда-то должны брать патроны, иначе быть не может. Окей, с этим решили. Кого раздражают движения этих турелей, особенно одного товарища, прошу не бомбить. Так, следующее у нас идет Century Gatling. То есть такой Gatling. Он, соответственно, стреляет 25-мм снарядами. И я не совсем уверен в том, что какой он урон наносит. Сейчас, конечно, сюда положим и стандартный обычный гатлинг, чтобы вспомнить, какой урон наносят наши гатлинги. Так, турель гатлинга. Кладем ее сюда. Так, ну-ка. Что здесь происходит? Почему он не... Ой, боже. Так. О. Вот. Так. Так. Что происходит? Что-то тут не так. Или у меня глюки? Секундочку. Да, дорогие друзья, все в порядке. Просто я немножко оторопел от дизайна новых турелей. Я забыл, что их редизайнерили. Что-то у меня там, короче, все пошло странным образом. Так. Управлять данной турелью. Сейчас посмотрим, сколько она урона наносит за один выстрел. Так, она наносит урона 120-100 с чем-то, то есть за один выстрел. 140 где-то один выстрел. Скорострельность. Ага, скорострельность внушительная, понятно. Так, все-таки гатлинги наносят много урона. И теперь мы, конечно же, проверим 25-миллиметровые. Так, я насколько помню, тут снаряды у нас, да, тоже 25 на 184 миллиметровые натовские патроны. Почему-то натовские. Так. И сейчас мы вот Century Gatling. Давайте попробуем управлять. И, насколько я знаю, у нас тут прошу прощения, должен быть написан урон. Тут, мне кажется, урон был побольше, потому что 83, то есть осталось. Нет, урон совершенно такой же. Давайте проверим скорострельность. Насколько я знаю, она одинаковая. Так. Сейчас мы еще раз проверим скорострельность этого. Да, скорострельности одинаковые, можно сказать, что они одинаковые. Вот, так что у нас такие маленькие турелечки, которые, в принципе, довольно интересные. Вот теперь, дорогие друзья, уже идет горячая жаровня, потому что начинаются оружия, которые, в принципе, возможно, невозможно их сравнить с ванилой, потому что в ваниле таких оружий, то есть такого вооружения у нас нет. Следующий у нас вулкан. На счете вулкан. Давайте посмотрим, как себя показывает вулкан. Текс, идем на вулкан. Вот, вулкан. Мини-вулкан. Давайте начнем с мини-вулкана. Так, мини-вулкан. Окей. Это большой вулкан, кстати говоря. Это мини-вулкан. Так, сколько наносит урона одна пулька? Блин, по-моему, одной пулькой невозможно обойтись. Она слишком скорострельная. По-моему, два снаряда, соответственно. Ну и... получается урон почти такой же, как у гатлинга, но следует отметить, что здесь прям скорострельность. Вы видите, да, такая настоящий вулкан. Этим можно очень нехило там разобрать,
что-либо. Так что вулканы такие вот нереально крутые. Осталось проверить, каков вулкан большой сетки. Текс. И вообще, есть ли между ним разница. То есть, есть здесь три вида вулкана. Есть маленький вулкан для малой сетки, есть большой вулкан для малой сетки. Сейчас мы убедимся в этом. Вот этот вот, из которого я сейчас смотрю, это вулкан для малой сетки, но он большой. И давайте восстановимся щит и посмотрим, есть ли разница. Скорострельности никакой разницы нет. Может быть, даже чуть-чуть скорострельнее, насколько я понимаю. Вот это для маленькой сетки, а то, что у меня для большой. Возможно, имеет смысл, что этот блок имеет больше хп. Так. Ага. Тут нам удается совершить одиночный выстрел. И при одиночном выстреле идет меньший урон, соответственно. Потому что, возможно... Нет, совершенно так же. Совершенно так же, я так понимаю, они не отличаются. То есть, по урону своему... Данное оружие не отличается от этого. Возможно, только в хп и размерах, но так-то нет разницы. Так. Теперь попробуем выстрелить из вулкана, который у нас является стационарным. Так, вот, стационарный вулкан с большой сетки. Вот он стоит на большой сетке. И посмотрим его урон. Что? Что это было? А, звук другой. Мы видим, что урон небольшой, то есть, хотя это зависит, наверное, от, ну, а, кстати, от следов от пуль я могу понять, сколько пуль было выстрелено, так что я подожду, пока они исчезнут, эти следы от пуль, и посмотрю, сколько было произведено выстрелов. Так, ну-ка, исчезайте, или хотя я здесь выстрелил. Три пули наносят довольно большой урон, то есть, я думаю... В принципе, иначе быть не может. Я так понимаю, судить по звуку или не судить, но скорострельность, судя по анимации, она совершенно такая же. И судя по урону, точно такая же. Так что, наверное, было запланировано так, что стационарный вулкан будет мощнее намного. Более скорострельнее по звуку, но, в принципе, урон он наносит совершенно такой же. Так что, как бы мы этого не хотели, но они почти что одинаковые. Может быть, есть небольшая разница, но по сути это все одинаково. Есть третий вид пушки, который очень сильно меня заинтересовал. Я точно не знаю, пушка ли это или, скажем, пулемет. Но у него тоже есть стационарная и нестационарная версия. То есть, ну, точнее, для большой и малой сетки. Давайте проверим, что это такое. Насколько я понимаю, он называется... Секундочку. Он называется Аден. То есть Аден. Я не знаю, почему называется Аден. Так, сейчас мы попробуем пострелять из Адена. Вот, это будет у нас, значит, Аден из малой сетки. Я решил просто в такой последовательности пойти, так будет более понятно. Так, я так понимаю, это пушка. Это просто скорострельная пушка. То есть он стреляет уже более крупными снарядами. Как мы видим, он нанес очень большой урон. Всего лишь две пульки пошли. Сейчас я сделаю еще один выстрел, чтобы точно посчитать, какой урон он наносит. Так, еще два снаряда. То есть он где-то сносит 500. Да, он где-то сносит 500. Вот. Так что это не шутки. А по поводу ракетниц, дорогие друзья, я ошибся. Все-таки они сносят где-то 500. То есть данная пушка сносит как ракета, только это пушка. Это круто. Это круто, потому что 30-миллиметровые снаряды, уже не 25, как в гатлинге, уже 30-миллиметровые. То есть это уже что-то значит. Так что вот такие вот дела. И я прошу прощения у вас, дорогие друзья, за какие-то неточности, которые у меня могут быть. Неточности, они всегда бывают, то есть в расчете, потому что я снимаю сонный. И давайте посмотрим стационарный. Ну, я думаю, что нету смысла сравнивать стационарные и блоки малой сетки. Хоть и в вулкане была кое-какая там маленькая разница. Давайте все-таки мы это сделаем. Вот она стационарная. Стационарный Аден. Так, ну-ка. Два выстрела.
Ну, почти 500. Тут что-то мало урона вошло. Давайте подождем, пока восстановится. Итак, восстановилось еще раз. 400. То есть тут что-то 400 идет. Ну а давайте проверим скорострельность. То есть вы представляете, да, как этим можно этими пушками просто разобрать. Видите, да, что уже там 2 единицы, 2000 уже ушло. То есть очень мощная штука, ими можно... Смотришь, такая маленькая, да, как бы, ну жарит по-детски. Итак, плавно переходим к следующим пушкам. Следующий у нас тут начинается, вот мне нравится, это зенитная установка. Она на меня сейчас, я на нее сейчас направлен своей камерой. И называется он Бофорс. То есть Бофорс, может быть, это не зенитка, но по своей форме он очень похож на зенитное орудие. И сейчас мы его, конечно, тоже протестируем. Я надеюсь, там щиты установились. Так, где у нас тут бофорсы? Так, бофорс малой сетки. Так, потом вот такой вот. Пока там щиты восстанавливаются, сейчас пускай они восстановятся, а мы пока постреляем сюда. Так, это любопытно. То есть, сколько, значит, выстрелов за одну перезарядку производится? Я так понимаю, 8 выстрелов. Раз, два. Так, надо посчитать еще раз. Нет, 6 выстрелов, прошу прощения. Теперь я точно знаю. Так, пока щиты восстановятся, потом мы проверим силу одного выстрела. Итак, сейчас мы проверим буквально. Ух ты ж, то есть получается... 1500 мы почти что снимаем. Да, то есть один выстрел — это 1500. То есть вы представляете, да, сколько? 6. По 1500 это получится. Ну, мы сейчас прямо постреляем всю обойму, да, сюда. Сейчас пускай перезарядка случится и щиты перезарядятся, и мы обязательно совершим полный выстрел полной обоймы в эту мишень. Я сомневаюсь, что он полностью снесет эту мишень, но думаю, какой-то интересный результат у нас точно будет. Итак, у нас щит восстановился. Ну что ж, всем приготовиться. Сейчас будет залп. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, идет перезарядка, и мы смотрим. Так, щиты упали до 14. И 14200 возьмем так. То есть это, в принципе, немалый урон, но и не такой большой, если считать для пушек. 14, это получается почти что 6к, то есть почти что 6к сносит данная зенитка, и это великолепно. Но мы также протестируем стационарную версию, вдруг она сносит больше, кто знает. Бывают все-таки различия по этой самой причине. Я сейчас перейду в этот Бофорс, так, стационарный, и посмотрим его скорострельность. По-моему, количество снарядов такая же, и все то же самое. Так, 6. Все одинаковое. Так, пока там все восстанавливается, я жму на паузу. Итак, щиты восстановились. Производим один выстрел. Так, сколько у нас там? Ага. Ну, практически такой же урон, как и как бы не в стационарной. Бофорсе. Бофорсы крутые пушки, имеем это в виду. Но, к сожалению, они как бы... Есть у них один минус. Они не такие, то есть их не... Скорость полета их снаряда, конечно же, отличается от вот нашей этой Адена. То есть от пушки Адена, поэтому имейте это в виду, когда вы устанавливаете. Ну что ж, перейдем к следующим. Уже начинаются пушки, то есть уже начинаются крупнокалиберные пушки. Дорогие друзья, мы подойдем вот к такой вот пушечке. Такой, я бы ее назвал боковой, то есть бортовая пушка. Бортовая пушка, и она называется у нас Side Cannon, так и называется, то есть боковая пушка 300-миллиметровая. Есть две версии на 900 миллиметров, насколько я знаю.
Да, и есть версия на 300 мм. Также у 300-мм можно поставить на малые корабли, то есть на малую сетку. Давайте посмотрим. Я думаю, что снаряд у них одинаковый, то есть, да, что у малой сетки и большой, поэтому малую сетку мы все-таки проверим. Мы проверим такую вот пушечку маленькую. У нее есть такой минус, то, что у нее радиус поражения ограниченный. Соответственно, то есть его ставят на какой-то бок корабля. Высота тоже ограниченная, то есть он не будет стрелять совсем вверх, в этом есть разница. Я думаю, вся информация, которую я излагаю, будет полезна тому, кто с этим модом совсем не знаком. Тем, кто знакомы, если вы все-таки смотрите данный ролик, то большое вам спасибо. Вы можете внести правки в мой гайд и писать, точнее не гайд, а обзор, писать это в комментариях. Ну что ж, производим выстрел. Ух ты ж, пипец. Сколько дыму. Что? Ёшкин кот! Ёшкин кот! То есть, опаньки, вы понимаете, что он нам снес щит. То есть, он снес нам щит. То есть, вот эта маленькая пушечка, вот эта пушечка 300-миллиметровая, она нам снесла щит. Это значит, что это damage щит, то есть, это полный щит, то есть... Давайте мы восстановим, я восстановлю свою мишень, мы увеличим щиты и продолжим наш тест, я это сделаю за кадром, пипец. Итак, дорогие друзья, я два раза увеличил емкость щита, мне все-таки нужно выяснить точное количество урона, то есть сколько он сносит конкретно урона. И по этой причине я все-таки выясню, я буду тестировать до последнего, мне интересно... Получится ли мне выяснить, то есть пиковое, да, значение, так, у нас сайт канон, управлять, и мне вот очень-очень интересно, что у нас получится, значит, итак, залп, так, что у нас случилось, все-таки он наносит урон больше 40 000 к, то есть, как вы видите, щиты у нас рухнули, так что... Что ж, тестируем дальше. Дальше 40К, значит, не помеха данной пушке. Итак, я установил щит количеством 100К. Ну уж, сейчас-то он должен как-то защитить, да? То есть, ужас какой. Так, давайте проведем это испытание по-быстрому. Текс, мы, как всегда, стреляем в угол и смотрим на слева снизу. То есть, на дисплей. Так... Что-то мне кажется, что тут нечисто. Вы только посмотрите на это. То есть он снес щит, который равняется 100К. И это довольно странно, потому что это уже некое читерство. Я так думаю, ну, как-никак, такое большое количество щитов. Я вынужден буду сейчас поставить большее значение, то есть усилить щит. Посмотрим, как он справится с большим количеством щитов. Итак, я увеличил количество щитов до 200К. Если и сейчас он будет его пробивать, то это точно читерская пушка. Опаньки, а нет. Получается, что данная пушка наносит урон в районе 160К урона. То есть наши щиты сейчас уцелели, как вы видите, и наши блоки тоже. То есть 200К ему не по зубам за один выстрел. Ну а мы посмотрим все-таки скорострельность данной пушки, то есть, ну, насколько эффективно. То есть раз, и идет перезаряд. По сути, мы не можем сразу выстрелить. И мы ждем. То есть где-то... Сейчас я посчитаю, значит, перезарядку. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, где-то 10-секундная перезарядка. Учитывая, что перезарядка длится 10 секунд, можно кое-как сказать, что окей, данная пушка имеет какой-то баланс. Но, тем не менее, она такая слишком мощная для данного, в данном тесте. И она выносит огромное количество урона.
Окей, 100 с чем-то к, ребята, это очень крутое, 160к это очень крутой показатель. Ну давайте как бы усовершенствуем нашу пушку и проверим, в принципе, со стационарной. Хотя я думаю, что снаряды со стационарной будут наносить столько же урона. Но теперь я предлагаю вам очень интересный такой ликбез. У нас есть другой мод щитов, в котором достаточно много показателей. У нас где-то 5 миллионов 700 к. Давайте попробуем стрельнуть по этим щитам из данной пушки и что из этого получится. Конечно, я не смогу это сделать с этой, я смогу сделать со стационарки. И посмотрим, какой тут будет урон. Ну, данное, конечно, данное поле выдержало. И мы сразу посмотрим. Значит, сколько у нас изначально было, я не помню. Но, в принципе, он снес здесь... Где-то, наверное, тоже в том же районе. Кстати, стоит, нужно будет обязательно протестировать количество данных щитов. То есть, ну, показатели данных щитов и показатели данных щитов. Потому что, так как системы могут быть разными, и урон может проходить совершенно разный. Потому что моды разные, щиты поглощают урон по-разному. Единицы щита могут браться из совершенно разных понятий, поэтому данные щиты, от них мы не будем отталкиваться в данном выпуске, но они тоже неплохо защищают. Итак, идемте дальше. Следующая модификация данной пушки — это 900 мм. Зная данный опыт, дорогие друзья, я сразу поднимаю данные щиты не до 200к, я их сделаю сейчас где-то, ну, умножим количество урона по снаряду. И будет приблизительно 900к. Я увеличу емкость щитов до 900к. И мы продолжим наши тесты. Итак, я увеличил, но не до 900к, а до 600к. В случае чего все равно мне придется менять все это дело. Итак, пробуем большой сайт Canon, где он-то, то есть не 300-миллиметровый, а 900-миллиметровый. Потому что... 900-миллиметровый — это уже интереснее будет. Это урон утроенный. То есть у нас сейчас такая большая-большая бабаха. И я что-то сомневаюсь, что мои щиты выдержат. 600к выдержит. Сомневаюсь. Итак, 3, 2, 1. Выдержали. То есть урон был где-то 200к с чем-то. Сейчас восстановятся щиты, мы произведем еще раз выстрел. Я просто поставил модули для быстрого восстановления. Надо следить за экранчиком. Думаю, если что, вы можете нажать на паузу и сразу взглянуть на урон, который я нанес. В принципе, будет понятно, сколько он носит. Но если 200к, то есть он носит где-то 400 с чем-то. 220 остается. Значит, действительно, он уносит где-то 380к урона наносит. Но это логично, если большая, как бы, если 300 наносил 160, то это будет 3800. То есть, в принципе, можно сказать, что в каком-то смысле урон утроен, хотя не совсем. То есть не совсем он и утроен. Такая вот у нас большая бабаха боковая. Будете ставить на свои корабли, чтобы пронять его сбоку. Такие вот дела, дорогие друзья. Остался второй ряд пушек. Он тоже является 300-миллиметровым Autocannon. То есть, я так понимаю, это версия этих же самых пушек, только только эти пушки отличаются тем, что они могут стрелять по круговым, соответственно, мишеням. И давайте проверим эти самые пушки. Ну что ж, я сяду и проверю. То есть, подключусь к нашим 300-миллиметровым автокэнон. То есть 300-миллиметровый автокэнон. Вот он. Такс. Ну что ж. Да, я правильно выбрал. Сейчас мы сделаем выстрел и узнаем. Да. Все верно. Все верно. Он наносит такой же урон. Где-то 160к. Потому что размер снаряда такой же практически, как вот у этого чувака. И он наносит соответствующий такой урон. Чем же отличаются остальные пушки? В принципе, это одно и то же, ребята, только разница в количестве стволов. Вы можете выстрелить раз, два, три, то есть, или же раз, два, то есть, а здесь три выстрела, то есть таких же. По сути,
встроенная вот такая вот пушечка, это как одна вот такая пушечка. То есть она будет наносить почти такой же урон, только она будет наносить по очереди. То есть все тут идет по возрастающей. Мне вот любопытно, какой урон будет наносить вот эта махина, где три пушки по 900. То есть вы понимаете, да? 3 по 900 миллиметров. Это будет урон свыше миллиона. Я так понимаю, действительно. Вот. Хотите снести миллионный щит вашему сопернику, поставьте, пожалуйста, вот такую вот пушечку себе где-нибудь. И вам победа гарантирована. То есть вы прошьете запросто. Так что на них даже мы останавливаться не будем. Далее у нас идут какие пушечки. Сейчас мы посмотрим. Текс. Далее, вот эти вот красненькие, это те самые, которые мы только что смотрели. Но у нас осталась легендарная, большая, всеми любимая наша Берта. Берта. Сейчас мы как раз-таки по ней прошвырнемся. Я здесь сделал полное извращение. Вот это извращение наше. Я просто подключил данную пушку к моду Март. Вы знаете, я делал гайд по этому скрипту, что вы можете сделать такую вот управляемую. Но не смотрите на данный макет, потому что данный макет, я называю так, ибо планета имеет гравитацию, и данная пушка не работает на данной установке. Да, она как бы поршни тужатся, пыжатся, пытаются что-то сделать, вроде бы да, работает, но они не выносят, потому что данная пушка, ребята, она очень тяжелая. И если мы сейчас сделаем ради эксперимента такой вот выстрел из нее, наверное, у нее еще и будет отдача, скорее всего. И нас просто размажет. Нас здесь просто размажет. Но все-таки давайте же сделаем это. Давайте же выстрелим из большой Берты. Видите, она начала покачиваться. Начались танцулечки. Давайте все-таки сделаем один выстрел и посмотрим, размажет ли нас отдача, или вообще есть ли отдача здесь, или нет ее. Нет, отдачи нет. Снаряд полетел, даже без звука, и вся эта конструкция приходит в такую вот негодность. Хотя мы можем даже немножко поднимать данное дуло, но данные танцульки будут продолжаться, и в крайнем случае вы можете поставить в космосе на данный как бы скрипт данную пушку, потому что иначе не будет ничего интересного. Но сейчас смертельный номер, дорогие друзья, смертельный номер обзорщика. Я хочу сюда поставить большую Берту, а где-нибудь подальше поставить мишень, огромную мишень. Мишень на несколько миллионов щита, и посмотреть, такая ли мощная или Берта, как они и говорят, сколько щитов она сносит. Это давний вопрос, который ломал мне голову, на самом деле, и мы сейчас на это узнаем ответ. Поэтому, если тебе нравится данный стиль данных обзоров, пожалуйста, ставь большой жирный лайк, а я приступлю к работе. Итак, дорогие друзья, прежде чем поставить щиты, я просто поставил большую Берту и просто поставил некое подобие мишени. И выстрелил. Зачем? Чтобы мы понимали радиус поражения данной пушки. Мы видим, что она не хиленькая такая, но и не особо большая для подобного типа пушки. Короче, средненький такой радиус. Ну а теперь я поставлю конкретно щиты, и мы проверим все на деле. Итак, я поставил щит, который равен 10 миллионам. И хотелось бы кое-что внести в уточнение. Я допустил кое-какую ошибку в предыдущих обзорах. Дорогие друзья, на больших модулях щита, на вот этих вот больших, вот эти вот, скажем, модули прибавляют не 10к, а 200к. И таким образом, поставив около 6, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, поставив около 6 таких, скажем, штук, а также усеяв с одной стороны не до последней линии, то есть поставив эти модули, мы получаем 10 миллионов. С другой же стороны, прошу прощения, я поставил огромное количество
ускорителей Flux Coil, чтобы зарядка была быстрее. Ну и также на всякий случай я поставлю побольше реакторов, хотя не знаю, сейчас это будет иметь смысл или не будет, повлияет ли это на скорость зарядки или не повлияет. В любом случае мы можем увеличить всегда емкость щитов и посмотреть все-таки какой урон наносит Берта, чтобы в будущем хотя бы наш корабль выдержал там, не знаю, 2 или 3 выстрела от Берты. Надо будет сделать такой мощнейший суперский корабль, который, в принципе, выдержит это все. Как мы видим, зарядка идет не очень быстро, к сожалению, да, как бы. Но что уж поделать, то есть тесты требуют жертв. И 10 миллионов Берта или 10 миллионов Берта или 10 миллионов. Ставьте ваши, как бы, ну, пальцы вверх или пальцы вниз. Как вы считаете, разумный ли подобный тест? Но мне кажется, что он разумный, потому что мы должны это проверить. Ну а пока идет зарядка, я уйду на паузу. Итак, дорогие друзья, час настал. 10 лямов, 100%, зарядка пошла, и Берта готова. Ну что ж, давайте попробуем сделать этот тест. Итак, 3, 2, 1. Оу, как мы видим, 10 лямов оказались фигней. То есть, да, конечно, какая-то часть этой конструкции, может, и выжила, да, то есть саккумулировали щиты. Но 10 лямов для Берты — это как семечки, дорогие друзья. И по этой самой причине я сейчас удвою количество щитов, а может даже утрою, потому что нам нужно узнать количество урона, который нанесет Берта, потому что я собираюсь лично построить корабль, который выдержит хотя бы один урон от Берты и не будет сделан наобум. И по этой самой причине я сейчас увеличу количество щитов, и мы заново протестируем все. Итак, у нас 30 миллионов. Ну что ж, посмотрим данный тест. Я очень надеюсь, что данные щиты все-таки выдержат эту пушку, иначе это будет прям какой-то трэш. Это будет уже полная чита пушка какая-то. Но тем не менее, я очень надеюсь, что она имеет какой-то предел. Ну что ж, 3, 2, 1. Да. Да. Как мы видим, на этот раз у нас остался кусок побольше. Кусок побольше. Это может значить одно, что я уже близок к выяснению все-таки настоящего урона Берты. И я сейчас это восстановлю. Я не просто удвою количество щитов, дорогие друзья, я их утрою. Да, я сделаю 90 миллионов. И посмотрим. Я все-таки считаю, что она имеет предел. Она не может не иметь предела, потому что с каждым разом, как мы замечаем, все больше целых кусков остается. Все-таки, то есть она может сносить, да, но она не сносит до конца. По этой самой причине сейчас мы дострою все это. Это яблоко, блин, какое-то в форме яблока у нас дырка. И половинки яблока. И мы вернемся. Вот так вот. Я решил увеличить количество щитов. Конечно, я не увеличил в 3 раза, потому что меня немножко сломила лень. И соображение того, что он оставил определенный след в прошлый раз, половину яблока. То есть он не прошил насквозь данную плиту. Он проделал определенную дыру. Соответственно, логически я предположил, что ему нужно в половину раз больше щитов. И чуть больше, чем в половину раза, и это получается 70 миллионов. Но в любом случае мы можем еще увеличить количество щитов, в случае чего, хоть у меня уже FPS падает. Но мы сейчас попробуем все и убедимся в том, достаточно ли этого. Итак, 3, 2, 1. Да, друзья, да, мы это сделали. У нас осталось где-то, ну, грубо будем брать 22 или 23 миллиона. Получается, что данная бабаха огромная наносит урон где-то. Где-то он наносит урон в 5 лямов. Плюс-минус, дорогие друзья, вот так вот. Точнее, не в 5 лямов, прошу прощения, 50 лямов. И у нас получается такой вот урон. Может быть, чуть меньше, чем 50 лямов. Одним словом, если вы хотите, чтобы ваш корабль выдержал урон вот такой вот бабахи по вам и не рассыпался на кусочки, вы должны поставить как минимум 70
ну или дам, не знаю, 50 с хвостиком, то есть 60 миллионов счетов, то есть 60 миллионов и вот такое вот количество счетов, их на самом деле немало, то есть я думаю, что такое количество счетов имеет смысл строить на каких-то больших, очень больших кораблях, то есть как минимум это крейсеры, огромные крейсеры и линкоры, и у вас должно быть достаточное количество питания, то есть ну питания должно быть очень много, и также должно быть огромное количество вот этих вот модулей Flux Coil, чтобы восстанавливать эти самые щиты, чтобы мы выдерживали выстрел нашей Берточки. Такие вот дела, друзья. Вот это просто... Все-таки это не такое уж читерское оружие. Хоть я использую совсем, да, то есть базовую версию данного мода, я так думаю. Потому что есть, опять-таки, повторюсь, несколько видов данного мода. И тут какая-то кракозябра. Да, несколько видов данного мода. Есть ребалансированные, то есть есть усовершенствованные, уменьшенные и так далее. Есть много разных типов данного мода. Что же, кстати, там 55 миллионов. Давайте еще раз выстрелим. И что мы видим? Да, ребята, где-то 40 с чем-то миллионов. То есть, грубо говоря, мне кажется, это достаточно показательное хорошее количество счетов, чтобы выдерживать урон от Берты, и не чтобы ваш корабль не распадался. Берты по данному счету я стрелять не буду, к сожалению, в данном выпуске, потому что я знаю, что данные щиты просто не выдержат, ибо здесь всего 5 миллионов, 5,5, грубо говоря. И по этой причине не имеет смысла тестировать это даже на этом. В крайнем случае я могу протестировать вот на той большой бабахе, которая миллион отнимает. Сейчас я это сделаю. Мы раскрыли секреты, скажем так, Берты. Так, у нас где-то здесь должен был быть тройной 900-миллиметровый. Итак, надо его еще найти. Так. Три, вот, да. Сейчас мы будем управлять этой большой-большой бабахой. Так, с этой стороны не крутится туда. Значит, надо с другой. Оу, дела плохи. Так как надо будет поменять направление данной пушки. К сожалению, так вышло. Сейчас я это быстро сделаю за кадром. Итак, я поправил его расположение, и сейчас мы будем стрелять. Раз, два, три. Ну, как мы видим, по фиолетовой окраске щита мы снесли довольно-таки неплохо, немало. Но один залп данное устройство выдерживает точно. Ух ты ж, вы только посмотрите. Мы практически снесли данный щит. То есть практически. То есть тут оставалось каких-то 9, может быть даже 5%. Ну, когда я пришел, уже было 10, ибо они очень быстро перезаряжаются. То есть данные щиты как бы тоже... Они похожи по своим показателям на эти щиты, потому что мы выясняли общий залп. То есть общее количество повреждений. Так что вот такие вот у нас крутые дела. И последнее, что от меня хотел Ларгус, чтобы я об этом сказал. Я об этом скажу, но показывать, дорогие друзья, я не смогу, иначе наш выпуск растянется на целый час. Если вы влетите в данный щит, то есть в данный вот щит, вот так вот, влетите на корабле чужой фракции, то есть там, которая красненькая фракция, или даже не, фракция никто, возможно, вы не пролетите насквозь данного щита. Ваш корабль рассыплется на кусочки. Да, ваш корабль просто размажется на кусочки об этот щит. И это очень красиво так выглядит, красивый эффект. Как-нибудь, возможно, в одном из серий сериала вы увидите это воочию. Ну а пока я это тестировать не буду, потому что я большой-большой такой лентяй. Да, действительно, я лентяй. Также хотелось бы добавить, что... К данному сету, то есть к данным модам, к данному моду особенно щитов, если вы хотите выдерживать огромные удары Берты, огромные удары судьбы, так сказать, давайте еще раз бухнем. Вот так вот бухнем. Иц. Подожди, и выдержала. Классненько. Обязательно нам понадобится очень много электроэнергии, да, большие реакторы, потому что ванильные реакторы тоже неплохо, но, как вы видите, они занимают тут приличное место, а без реакторов ваши щиты не будут восстанавливаться так быстро, как вы этого хотите. По этой самой причине
после того, как мы сделаем такой большой-большой марафон по пушкам, по модам, которые у нас по пушкам, мы обязательно будем рассматривать различные реакторы, потому что их тоже немало, немало разных реакторов, там Fusion реактор, Azimuth реактор, там различные реакторы на водороде, на дейтериевые реакторы и так далее. Их достаточно много. И по этой самой причине у нас будет очень интересный такой обзор практически всей мастерской и всех различных возможных вариантов доступных и недоступных. Ну, посмотрим по делу, по мере продвижения. И, конечно же, дорогие друзья, ставьте лайк, если вам интересно было, что здесь сегодня происходило. Вот такой жирный лайкосик, если данный выпуск для вас был информативный. Для меня лично он носил информативный характер. Я теперь знаю, каким образом я буду располагать и где я буду располагать какие пушки. Ну, а в следующем выпуске мы посмотрим энергетические пушки. То есть пушки, которые, скорее всего, наносят урон конкретно по щитам. То есть они не особо урона наносят по блокам, они даже, можно сказать, такие, как сказал бы один друг, сасные. Они такие сасные относительно этих самых ванильных блоков, но зато они отнимают приличное количество щитов, они направлены на ликвидацию щитов, что иногда очень полезно. То есть, ну, вы знаете, что эти пушки, они наносят кинетический урон, а есть энергетический урон. Откуда я понял данную фишку? Потому что у нас есть такой модуль в данном моде. Он называется Shield Modulator, то есть он модулирует щит. Если мы здесь будем вращать этот ползунок, мы можем энергетическую защиту увеличивать или кинетическую. То есть от этого зависит, в принципе, мощность данного щита. Ну и также я в прошлый раз забыл упомянуть, из-за чего как бы мне не очень хорошо. На самом деле, Shield Charge Rate, здесь мы можем уменьшить, кстати, увеличить или уменьшить вот этим самым ползунком в контроллере, да, здесь. Можем увеличить или уменьшить, когда мы добавляем, то есть увеличиваем данный показатель, у нас увеличивается емкость нашего щита. Когда мы его уменьшаем, то есть наоборот, когда мы его увеличиваем, у нас уменьшается емкость нашего щита, а когда мы его уменьшаем, у нас уменьшается скорость значит, зарядки нашего щита, но увеличивается хп. То есть вот тут уже 12 лямов, как вы видите. Если я увеличу, то у нас всего 2 ляма, но зато щит восстанавливается очень быстро. То есть это шикарная функция данного мода. Я бы даже рекомендовал его к использованию, потому что она очень... Эту систему можно гибко настраивать в зависимости от того, с каким противником вы столкнетесь. Если у вас будет противник, который, допустим, на большой берте, да, такой выехал, и он будет стрелять по этому щиту, то логично будет выставить, допустим, ползунок на максимальное хп, то есть данного щитового купола, чтобы он защищал вас именно по количественному, потому что перезарядка берта, да, она достаточно долгая. И в любом случае вам понадобится в данном щите небольшое количество вот этих вот, скажем, эмиттеров, да? Вам понадобится огромное количество электроэнергии. То есть данный мод работает несколько иначе. Вам не придется ставить много-много блоков, скажем, вот как в этом моде, много блоков модуляторов щита, вам придется просто поставить один эмиттер и увеличивать количество электроэнергии. Давайте убедимся на эксперименте. Сейчас я вот взгляну сюда. У нас здесь 2 ляма 700. Давайте я поставлю сюда еще один реактор и посмотрим. 2 700. Увеличится ли до, допустим, там, не знаю, до 3. Посмотрим. Здесь даже это будет видно. Да, увеличивается. То есть от количество энергии зависит ваши щиты. То есть не от количества всяких модулей, шмодулей и всего остального, а от количества энергии. Поэтому данная модификация является более чем удобной в данном аспекте. Но тестировать ее на самом деле здесь является большой трудностью, потому что тестировать ее по пушкам будет не очень удобно, как минимум потому, что нам придется стрелять по этому щиту издалека, а потом подлетать и смотреть сюда, сколько у нас, значит, урона и так далее. Можно было, конечно, вывести куда-нибудь поблизости, но
Как я говорил, я большой лентяй. Я и так, я думаю, немало работы проделал, и надеюсь, она вам понравилась. Ну что ж, с вами был Лорд Лемур, дорогие друзья. Если вам нравятся подобные виды обзоры, ставьте лайки, делитесь обязательно данным видео и оставайтесь с нами на канале. И не забывайте жать колокольчик. До скорых встреч, дорогие друзья. Всем пока-пока. Эй, пст, ты еще тут? Школьник маленький, смотри сюда. Я еще не закончил свой гайд. И тут есть такая пушка, которая, возможно, мощнее, чем Биг Перта. Конечно, я решил делать полный обзор. И по этой причине ты узнаешь все. Так что погнали. Дело в том, что я не упомянул про такую пушечку под названием Little David. А вот это некий такой мелкий прототип, проказник, скажем так, мелкий собрат большой Берты. Но мне данная пушка не очень нравится, потому что я считаю, что она имбалансная. Ну, давайте посмотрим ее характеристики и возможные, скажем, мощности. Я усилил данный как бы щит до 90 миллионов. То есть, представляете, 90 миллионов. Почему я это сделал? Сейчас вы это увидите. Итак, даем залп по маленькому Дэвиду. В результате, что мы видим? Никаких щитов. То есть, это маленький гад. Это не Little David, это Little David. Еврейская пушка, которая нарушает баланс и все законы. Я немножко недоволен, дорогие друзья. Как вы видите, здесь была красная точка, ее теперь нету. Дырка от публика. Little David прошивает ваши постройки. Как нефиг делать. Я думаю, это неправильно. Я думаю, это надо исправить. Ну, как исправить? Я все-таки хочу найти предельную как бы мощность данного Little David. И так мы понимаем, 90 лямов это не то самое. То есть это не предел данного мода. И мне придется, я не знаю, мне, наверное, придется построить еще одну, еще одно такое извращение, да. То есть, наверное, данная пушка имеет мощность атаки где-то за 100 миллионов. Но, дорогие друзья, это не good на самом деле. Это нехорошо, потому что, вот посмотрите, большую Берту вы можете поставить. Она будет наносить, допустим, ну, 50 миллионов плюс-минус. А маленьких Дэвидов, которые перезаряжаются за 8 секунд. Кстати, большая Берта перезаряжается 30 секунд, а маленькая 8 секунд. И она наносит гораздо больше урона. То есть она наносит за 100к урона, за 100 миллионов урона точнее. И что из этого вытекает? Несколько маленьких Дэвидов и все. То есть это оружие массового поражения. Все. То есть никакого баланса. Школьник прилетел, поставил кучу-кучу маленьких Дэвидов. И все, блин. Никакого баланса. Это плохо. Я считаю, что это очень плохо, потому что щиты уже не имеют никакого смысла. Просто кто первый выстрелит, тот и победит. Как вы думаете? Что вы думаете по этому поводу? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А я тем самым временем продолжу эту Вавилонскую башню. И в конце концов посмотрим, сколько максимум может Little David на себе вынести. Ну что ж, погнали. Итак, друзья, я вроде бы увеличил щиты до 300 миллионов, потому что больше, я не знаю, у меня даже они заряжаться перестали по какой-то странной причине. Видимо, не хватает электроэнергии или еще чего-то там, не знаю, короче. Но суть в том, что если эта штука даже пробьет 284 ляма, то, не знаю, это будет слишком. Ну что ж, 3, 2, 1... Ну, что я могу сказать на все это? Читы. Это чит, дорогие друзья. Вы только посмотрите, то есть редко в какой корабль можно запихнуть такое количество щитов. Нет, можно в какой-нибудь линкор, там все такое. Но, по-вашему, если маленькая пушка пробивает 300 миллионов, как вы думаете, будет ли иметь смысл все это? Конечно же, нет. Именно по этой причине я ставлю большой палец вниз именно данной пушке. Я очень надеюсь, что имеются версии этого мода, где есть ребалансинг, да, то есть балансировка данной пушки, потому что вот если даже взглянуть в ассемблер, то становится ясно,
что производство данной пушки на самом деле недорогое. Вот и снаряды у нее Little David. Тоже не сказать так, что прям дорогие. Это не так. То есть, а сам Little David, он довольно, как бы, тоже не особо дорог в производстве. Это все перечеркивает один большой жирный крест на балансе данной игры. И я не знаю, может, у меня из-за того, что игра просто не прогружает все эти блоки до конца, может, поэтому у меня реальных 300 миллионов не было, то есть даже 280 миллионов не было. Но я могу сказать, что это дико. Это дико, и школьники, забудьте про этот мод вообще. То есть я имею в виду про Little David. Если используете этот мод, то Little David не ставьте. Потому что это чит. Потому что вся, весь замысел игры портится, он исчезает. Если вы можете прийти и сразу победить, в чем смысл игры, спрашивается? Ни в чем. По этой причине не используйте данный мод, будьте адекватными людьми. Если хотите что-то строить, ставьте лайки этому ролику. И вот теперь-то, вот наконец-таки, до скорых встреч, дорогие друзья. Я надеюсь, что данный материал был для вас полезен. Вот теперь пока.